Время пришло. Время пришло. Время пришло. Ваша честь, независимо от того, сколько улик было предоставлено, преступный клан Ашеров становится все сильнее и темнее, чем когда-либо. Кто бы ни пошел за нами, мы будем использовать весь свой арсенал, пока угроза не исчезнет. Под нейтрализацией вы имеете в виду предать иску забвения на улице? Нейтрализовать — значит убить. Ребята, нам правда стоит чаще собираться вместе? Это просто бальзам на душу. Родерик Ашер, твоя семья — это собрание чахлых сердец. Чье время пришло? Кто ты такая? Я последствия. И сегодняшний вечер является очень значимым. Я собираюсь выйти. У меня встреча с твоим отцом. Твой брат умер. Это печально, но несколько твитов по типу «Ты навсегда в моем сердце» это исправят. Это было не случайно. Мы стали мишенью. Эта женщина знает все. Пришло время, Родерик. Что ты сделал? Боюсь, по моим расчетам, мы на ринге, мой старый друг. У меня даже нет ничего траурно-черного. Подождать? Ну уж нет. Это просто чертов сатин. Сатин — это шелк для бедных, и никто не должен носить его на похоронах, если только ты не умер в нем. А мы в безопасности? Если мы не остановим ее, у тебя не останется семьи. Честно, я надеялся, что ты забыл, кто я. Никогда. 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 Это дом Ашера. Пусть он покоится с миром.